Салат «Печенкин» вам потребуется 350 грамм куриной печени, 10 маринованных огурцов, 5 яиц, морковь 4 штуки, 1 репчатый лук, майонез, соль, перец по вкусу. Способ приготовления. Для начала подготавливаем ингредиенты. Отвариваем морковь и измельчаем с помощью терки. Яйца также доводим до готовности. Отделяем желтки от белков, натираем на терке. На сковороде в небольшом количестве масла обжариваем нарезанный полукольцами лук. Добавляем к нему печень, нарезанную небольшими кусочками. Солим, перчим по вкусу и доводим до готовности. Огурцы нарезаем соломкой. Теперь собираем салат. В тарелку кладем половину обжаренной печени, затем часть маринованных огурцов, морковь, яичные белки, оставшуюся печень, огурцы. Не забываем каждый слой смазывать майонезом. Украшаем салат перетертым желтком, даем настояться в холодильнике 1,5-2 часа. Блюдо получается нежным и необыкновенно вкусным. Приятного аппетита!